Так, 14 сентября 2023 год. Еще одна запись по поводу того, что у Украины нет международно признанных границ. Уже делал я одну запись, где заходить надо было на сайт ООН и там по ссылкам переходить. Но сейчас из-за того, что много лишних операций, хочу дубликат такой сделать. То видео выложил на Фейсбуке, на Ютубе, на ТикТоке. То есть кому-то сложно просто столько ссылок переходить. Я сейчас просто покажу, как в адресной строке набирать. Хочешь посмотреть Украину, посмотри на сайте ООН, международно признанные границы Украины. Хочешь России, России. Хочешь, ну, в общем, как удобно. Только, конечно, надо тщательно подходить к тому, что набираешь лишнюю букву там, и надо все по новой набирать. Но кому-то удобнее так, чем по ссылкам мотаться по самому сайту. Значит, сейчас попробуем. Что мы делаем? В поисковой строке набираем. Набираем Занял. UN.org. Дальше слэш. Внимание. Geospatial. Это не за то, что хлеба там нету. Geospatial. Ну, хорошо, давайте. Geospatial, опять же слэш, контент, это вот три изначальных слова контент, они универсальны для любой карты. Ставим слэш, ну и дальше после этого набираем уже, допустим, Украину мы хотим, да, набираем Ukraine. Украина. Поиск. Вот, пожалуйста, карта Украины. Раскрываем так. Если не хочется так, раскрываем, скачиваем еще раз. Я уже скачивал. Открываем. Вот у нас Украина, Крым украинский, Запорожье, где я сейчас нахожусь, возле Орехов. Город, да, Донецк, Луганск, где я в 14-92 воевал, 14 и Харьков, где я на Северной Салтаке в мирное время живу. Так. Понятно, да? Теперь, если мы хотим набрать то же самое, только для Российской Федерации, набираем то, что у нас унифицировано, un.org, slash, geospatial, вот оно у меня подсказывает тоже, geospatial, slash, content теперь, content, слэш не забываем и набираем тщательно Russia Federation. Русь. То я пару раз набирал, но мне ошибался в букве, оно мне пишет, такой страны нет. Я, в общем-то, не против того, что ее скоро не будет, но пока хочется посмотреть, как ее признает Russian Federation, как ее признает ООН. А вот она, Russian Federation, да? Правильно, так же она пишет. Так она пишется. Смотрим. Оп. Опля. Вуаля. Опля, вуаля. Скачать еще раз. Ну давай еще раз скачаем. И еще раз откроем. И посмотрим, что у нас. Крым, Украина, Донецк, Украина. А Ростов-на-Дону, который давеча сгорел, имеется в виду подводная лодка Севастополя, а не сам город, который тоже горел там не единожды, я помню, квартал деревянный. Ну, в общем, ну, все видно, да? Это сайт ООН. Можем также набрать что? Посмотреть, как это смотрится на общей карте мира. UN. Набираем то же самое. Точка. Наша унифицированная. Орг. Орг. Набираем слэш. Набираем geospatial. Слэш. Контент. Контент. Не забываем слэш. И набираем. Так, дальше. Map. Map. Потом дефис. Потом world. World. Потом еще одну черточку и единичку. Это корневая у них карта мира. Па-бам. И даже я не ошибся. Видишь, как хорошо. Download еще раз. Да, еще раз. Скачали, открыли. Что мы видим? Что мы видим?
Украина, пожалуйста, с Крымом, с Донецком, с Луганском, Россия без всего, и сегодня уже без Ростова-на-Дону, которая подводная лодка. Кипр недавно я зацепился с человеком, он говорит, Кипр аннексирован. Я говорю, ребята, после Гитлера в Европе никто ничего не аннексировал, кроме Российской Федерации и Путина, наследника Третьего Рейха. Наслаждайтесь.